Одеть себя и ребенка со вкусом и без материальных потрясений. В торговом центре «Самолет» в новом городе открылся бутик под названием «Фабрика». 10 ульяновских производителей представили разнообразную продукцию. Детские утепленные комбинезоны, так необходимые для прогулок на свежем воздухе, соседствуют с женской, деловой и повседневной одеждой. Аксессуары тоже украсили витрины молодого магазина. Набивные игрушки в виде зайчиков, котят и улыбчивых слоников, как приятное дополнение. Ценовой сегмент продукции средний – масс-маркет. Элементарный пример. Уже неоднократно наши покупатели приходили и рассказывали, что в том же самом торговом центре в «Оптимусе» этот флисовый костюм стоит 2500. И они были очень удивлены. Да ладно, в Ульяновске за 1200 мы можем то же самое приобрести, при условии, что мы можем еще повторить это изделие в течение 2-3 дней и привезти в отдел, чтобы покупатель приобрел его. Сверкающая бижутерия с натуральными камнями завершает композицию небольшого, но уютного бутика. Ульяна Гаврич создает серьги, браслеты, ожерелья с полудрагоценными камнями и самоцветами. Фурнитура от российских и корейских производителей. Сплавы гипоаллергенные, не содержат никеля и свинца. Раньше мастерица продавала украшения через соцсети и онлайн-платформы. Но в этом году получилось выйти на новый уровень. Правильно оформить производство и получить доступ к новым торговым площадкам помогли специалисты центра «Мой бизнес». Буквально за день меня оформили ИП очень быстро. Все как-то все просто. Я думала, что это будет сложно. Я пришла, принесла документы, и буквально за сутки мне все оформили здесь сейчас. Напомним, в Ульяновской области уже открыты несколько бутиков с продукцией симбирских предпринимателей. Это союз в торговом центре «Аквамол», фабрика в Засвияжье на Левом берегу, а также магазин изделий мастеров и ремесленников «Мир». Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.